Вот наш Тишка потихонечку выздоравливает. Да, малыш? Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. На улицу просится. Так что ищем хозяев, ищем добрых людей, которые возьмут котика к себе и будут за ним заботиться, любить его. Такого ласкового котенка нашего. Ну, конечно, он уже не котенок, уже кот, но видите, какой ласковый. Видите, какой. Скажи, Тишка, ищу дом себе. Ищу себе очень хороших хозяев, которые будут меня любить. Да, малыш? Привет, рыбы! Привет, зайки! Да, вы все большие, вы все такие мощные, но что делать? У меня в приюте все собаки большие, так что будем дружить. Кто-то там уже ворует еду, да? Кто-то самостоятельно уже кушает. Сейчас приедем, все будем кушать. Сейчас, сейчас, мои рыбочки, сейчас. Да, мои хорошие, да. И мы уже целуемся, все.
что значит, да, собаки, которая собака, которая даже не знает, что такое ласка человека. Mm-hmm. Ну, ты ж можешь на ручку. Ты ее не узнаешь. Ты моя. Иди обратно, целовать. Нет, он очень боится, да? Даже я всех целую, всех. Он самый-самый, пока у нас такой вот самый неконтактный. Самый спокойный, неконтактный. Пока неконтактный. Ну, ничего, день-два. Зато день-два. Познакомился, да? Уже со всеми. День-два. Да? И он поймет, что такое ласка человека. Что такое можно поцеловать, любить. Да ты мой зайка. За это время сделано немало. Я застелила в комнатах новый линолеум. Этот 15 тысяч. Мы купили сено 63 тюка. Это на сумму 7660. Эрни, Айка. Нам срочно необходимо стерилизовать всех собак. Ричи, сынок, иди к маме. Ричи, что такое? Иди, мой маленький. Последний привоз у нас получился. Собаки крупные, мощные. Это Эрни. Эрни уже гуляет на природе. Вот. Собакам у нас комфортно, хорошо. Но у нас одна большая общая беда. Если вы откликнулись и помогли спасти их, теперь я прошу вашей помощи на стерилизацию и кастрацию. В нашем городе, к сожалению, с этим большие проблемы. Я позвонила в центр Новомосковска. Нам дали волонтерскую скидку 30%. Собак у меня получается 15. В общем, было 16, но Тюбик у нас обрел семью в Москве. Я хочу сказать большое спасибо каналу «Верные друзья», которые сейчас стали ставить моих собак на платный пиар. Собаки за прошлую неделю только Чук, Ек, Тося, Сьюзи, Тюбик, Смоки обрели семью. Собаки поехали жить в квартиры в Москву и в Калугу. Поэтому я обращаюсь к вам, вы все знаете, что у меня всего лишь это домик. Домик из 5 комнат, и я не могу оградить сук от кобелей, кобелей от сук. Это просто нереально, у меня нет вольеров. Поэтому сейчас у меня остро стоит проблема именно стерилизовать и кастрировать. Я не могу допустить в своем приюте размножение собак, вы сами это все прекрасно понимаете. Поэтому я обращаюсь к вам и прошу, если вы помогли нам спасти их, не домашних, вот этих вот собачек, бывших домашних, теперь я прошу у вас помощи. У нас впереди еще покупка газели сена, это еще 63 штука. Питание я покупаю еженедельно на большие суммы. Это 14-15 тысяч. Собак много. Но стерилизовать и кастрировать — это сейчас самая для меня острая проблема. Потому что овчарку последнюю из привезенных привезли уже с печкой. Я ее сейчас усадила в отдельную комнату к стерилизованным девочкам. Вот. Поэтому я обращаюсь к вам. Если уж вы помогли с вывозом, с перевозом собак, помогите нам, не бросайте нас в тяжелую и трудную минуту, потому что, ну, одна я без вашей помощи, честно, не справлюсь. Это все очень сложно, я их люблю. Да, для меня нет собак своих и моих. Для меня все собаки — это мои собаки. Поэтому мы очень просим помощи с стерилизацией, чипованием. Денег уходит, финансов много. За 2 недели мы проделали уже достаточно хорошую работу. И достаточное количество собак у нас уже уехало в семьи. Поэтому они ведь все хотят любящих мам и пап. Они хотят жить в семье. Эрни. Этот вот наш Эрни. Эрника мы уже привезли сюда, мальчика. Мы уже поправляемся. У нас уже все хорошо. Правда, Аечка? Да, новые собачки тоже бегают, гуляют. Пока 2 еще черные собачки остроухие оказались, брат и сестра, немножко пугливые. С
ними мы гуляем на поводочке, да. А эти вот у нас все, да, вот гуляем мы вот так вот. Мы гуляем вот так вот. Уважаемые мои друзья, очень прошу, не оставляйте нас без вашей помощи, без вашей поддержки нам, но, увы, никак не справиться. С забором сейчас вопрос решается. Я живу надеждами, что все у нас будет хорошо, что вы со мной, что вы нас не бросите. И что с вашей помощью все собачки, 15, смогут простерилизоваться и прокастрироваться. Огромное вам спасибо. С большим искренним уважением к вам, Наталья.